Запрос на качественную среду. Если еще несколько лет назад людей интересовали только квадратные метры квартиры, то сейчас ситуация изменилась. Комплексная застройка и развитая социальная инфраструктура. Вот основные критерии, определяющие качество жилья. Губернатор Сергей Морозов объехал стройплощадки новых кварталов за Свияжей и Железнодорожном районе. В микрорайоне «Новая жизнь» планирует строительство нового детского сада. Также здесь предполагается создать социокультурный центр. Рассматривается возможность выкупа здания под детскую поликлинику. И возвращаясь к строительному комплексу в Ульяновской области, я хочу обратить внимание на то, что это всегда был локомотив нашего развития и всегда был локомотив улучшения качества жизни. Поэтому от его эффективной ритмичной работы зависит ситуация не только на жилищном рынке и выполнении планов строительства объектов, социальной транспортной инженерной инфраструктуры, но и, конечно, серьезный вклад в повышение комфортности. Губернатор напомнил, что в недавно подписанном президенте указе о национальных целях развития до 2030 года комфортным условиям проживания отводится важное место. Глава области подчеркнул, что в ближайшие годы нельзя снижать темп в строительстве и ввод в эксплуатацию жилья. В рамках регионального проекта «Жилье» на территории Ульяновской области в 2020 году можно достигнуть показателя 1 миллион 208 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, за первое полугодие введено 375 тысяч квадратных метров, и это на 33 тысячи квадратных метров больше плана. Одновременно строительством осуществляется программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. За счет реноваций, например, строится новый квартал у киноконцертного комплекса «Современник». Здесь сносятся старые двухэтажные дома, а на их место возводятся высотки. Планируется расширение улицы Героев Свири. Рассматривается возможность строительства поликлиники и детской школы искусств. Правительство области понимает социальную нагрузку строительной отрасли и оказывает ей необходимые меры поддержки. Самая большая проблема была, это, конечно, пандемия. И она ударила, в общем-то, по всем, в том числе и по строительной отрасли. Проведена была работа властями Ульяновской области, и строительный комплекс практически не останавливался. И это огромное достижение вот этого первого полугодия. Одной из основных мер поддержки является ипотечное кредитование. Кроме того, на федеральном уровне предусмотрены субсидии за строительство инженерных коммуникаций и социальной инфраструктуры. Егор Титов, Владимир Куликов, новости Улправда ТВ.